Свою управляющую компанию жители 23-го дома по улице Строительной вспоминают исключительно добрым словом. Говорят, ремонта в их подъезде не было давно. Все обветшало и уже не вызывало эстетического удовольствия. А сегодня здесь вовсю идет реконструкция. Спасибо управляющей компании за то, что они выделили нам деньги. И действительно, мы делаем хороший капитальный ремонт, который, я думаю, нам хватит уже надолго. Вот жильцы долго его ждали, долго спрашивали, поэтому, думаю, все будет хорошо. Начать работы получилось благодаря накопленным средствам жителей. Этот дом – один из лидеров по оплате коммунальных услуг. Долгов почти нет, что считается ключевым фактором для текущего ремонта. Здесь реконструкция коснется первого этажа и входной группы. Несмотря на там сложную ситуацию в экономике, подорожание стройматериалов, мы как бы стараемся по максимуму все отремонтировать в этом году, ну как в принципе и в прошлом году. Мы направляем более 100 миллионов рублей вот по этому году на ремонты подъездов. Если будет хорошая собираемость, потому что летом у нас всегда снижение определенное из-за того, что люди в отпуска едут, вот если мы сможем как-то с этим победить эту ситуацию, то еще больше сделаем. А здесь, в третьем доме микрорайона «Солнечный», ремонт всех 5 подъездов почти завершен. Так теперь выглядит современный холл многоэтажки. Все в плитке, алюминиевые поручни, красивые почтовые ящики, пластиковое остекление. Сейчас наш дом выглядит совсем по-другому. Нам очень нравится то, что было сделано в ходе этого ремонта. Надеюсь, что еще продолжится все это. И наш дом будет самым красивым и самым замечательным в нашем микрорайоне. Бюджет реконструкции каждого подъезда в среднем от 1 до 2 миллионов рублей. В этом году муниципальная управляющая компания планирует отремонтировать более 60 подъездов. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.